90% изобретений, они умирают вместе со своими изобретателями. По одной простой причине, что изобретатель не смог найти деньги для реализации своего проекта. Он не смог убедить общество в том, что проект востребованный, выгодный, и он принесет пользу. Год тому назад мы с вами сделали молниеносное ICO. Это означает, смогли привлечь деньги для реализации нашего проекта. Идея состояла в том, чтобы создать цифровой банк на блокчейне Ethereum, товарооборотом или денежным потоком десятки миллионов долларов, чтобы в этом банке не было бы ни одного бухгалтера, ни одного финансиста. Что такое банк? Банк – это обычный калькулятор. Ты включил свой расчетный счет, как будто включил калькулятор, положил туда $100, они появились, куда они могут деться, $100 они хранятся. Забрал оттуда $5, остаток 95, положил $50, 140, все. Перевел $100 в другой кошелек, остаток $40. Получил $1000, остаток $1040. Какие проблемы, господа? Это должно работать как обычный калькулятор. Эта программа работает, она оказалась настолько востребованной, потому что люди сегодня нуждаются в безопасности своих финансов. Люди нуждаются, а безопасность – это первая потребность человека. Это и гарантирует наш успех, потребность людей. И мы будем стараться создавать такие проекты, такие приложения на блокчейне Ethereum, которые будут решать повседневные потребности большого количества людей.